А сейчас мы идем в центральный городской парк. Будем гулять в парке. Это карта парка. Все как бы понимаю, читать вслух лучше не стану, потому что с чтением и правильным произношением еще беда-беда. Понемногу учим польский, но еще учить и учить. Уже впечатления от парка хорошие. Смотрите, как здесь все аккуратненько. Небольшой ручеек, но в нем вот утки плавают. В Польше, куда бы ни приехали, везде хорошая природа. И видно, что заботятся, ухаживают, что чисто, травка подстрижена. И животные не зашуганы. Уточки! Смотри, еще плывут. Они думают, что у нас есть корм. Но уточки, у нас корма нет. Смотри. Нам надо поискать, может, тут будет автомат с кормом. Тогда мы вас покормим. А хлебом мы вас кормить не будем. Нет. Сказали, что вам хлеб вообще нельзя. Смотри, это уточки-девочки и уточки-мальчики. Селезни. У них разная расцветка. Ты видишь? Угу. Нравится смотреть на них? Как они крякают. Такие узоры, как ковер. Ковер-самолет. Мы идем в сторону живого лабиринта из кустов. Вау, как красиво. Какой маленький, даже не запутанный. Я думаю, что он запутанный, может, дальше будет более запутанный. Ну ты посмотри, как аккуратно все. Все подстрижено. Белые лавочки. Есть красивые статуи. Прелесть. Тут ничего не написано. Очень напоминает монумент. Нашли снова белок. Белка на веточке сидит. Дети охотятся. Кажется, что мы сегодня в парке тут вообще одни.
Рядом железная дорога. Смотрим, как едет поезд. Грузовой. Потому что скоростные такие обычные поезда, они очень быстро проезжают. Площадка детская. Сейчас пойдем поищем. Тут где-то должна быть детская площадка обязательно. Смотри, какие красивые белые мостики. И тут какие деревянные. Уточки сразу плывут. Голодни, капец. Нема что им дати. Это, ну, что-то такое не страшное. Еще покажу вам. Такой довольно большой парк. Уже подходим к детской площадке. Покажу вам детскую площадку в этом парке. Детская площадка! Дети, погнали! Площадка с покрытием. Не будут у нас ноги в песке. Мягкое такое, очень мягкое. Паркинг для велосипедов. Здесь, видите, такие лазалки. Кстати, очень много всяких именно таких лазалок сделано на площадках. Что, Влад, есть где побегать? Мечта детства. Такие развлекухи. Есть песочница со всякими штучками. О, это вообще сейчас будет их, наверное, любимое место. Смотри, тут лазить не перелазить. Планета лазалка, точно. Такие упражнения детям очень полезны. Они сейчас босиком цепляются ножками за веревки. Получается такая тренировка для ног. Лера добралась к цели.
Осторожно ножки, чтобы ты не ударился. Наигрались на площадке, нагулялись в парке. Пройдемся еще немного по городу. Наш украинский флаг видно вам? Да, вот тут.